Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхам, и сегодня у нас реакция, которую не ждали. Все мы такие высококультурные, когда слушаем музыку Димаша, но когда мы слышим мнение, которое отличается от нашего, вся эта наша культура куда-то пропадает. Я про комментарии, которые были оставлены под его первой реакцией. Дело в том, что на нашем канале я не выбираю правильных и неправильных реакционеров. Я перевожу всех, кого считаю более-менее интересным или кого выбираете вы. Давайте будем немножечко добрее. Всем приятного просмотра. Всем привет, это ваш Исайя. И я продолжаю смотреть и слушать артистов, которых я почему-то пропустил. Кого я давно не смотрел или смотрел всего лишь однажды. Так что давайте вернемся. Хотя, по сути, я уже делал вторую реакцию на Димаша, но ее почему-то удалили. И это чистое преступление, потому что мне очень понравилось это видео. И вся реакция в общем. Ладно, забыли. Сегодня у нас Адажио. Давайте начнем. Опа, он играет на пианино? Это уже 5 звезд в моем рейтинге, если он играет на пианино. Я обожаю музыкантов, не просто певцов, а тех, кто дружит с инструментами. Итак, как я понимаю, его сильные стороны как вокалиста – это либо низы, или фальцет и головной голос. Я так думаю, потому что никогда не слышал его средний регистр. Я только сейчас понял, что он поет на английском. Он знает английский? По-нашему разговаривает? Она там словно молится. Ты мой краш, Димаш. Какой классный костюм. Он напоминает мне вот это. Он не слабо так поддал верхним грудным голосом. В среднем регистре, так что я беру свои слова обратно. Смена тональности. До диез? Ничего себе! До диез? До диез 5! До диез 5 это как тест для тенора. И лишь немногие истинные теноры могут взять эту высоту. И такие теноры на дороге не валяются. Давай! Это у нас головной голос.
Я влюблен в его технику. Вот это чередование звуков. Просто без ума. Это называется вокальная трель. Так звучит нота Ре-6. Да, это Ре-6. Жарайсон Димаш. У парня такая вокальная сила, с которой нужно считаться. И при этом он очень-очень молодой. Так что дальше он будет только лучше. У него хорошая фразировка и отличная поддержка голоса. Но есть одно «но», которое я заметил. Возможно, что-то с интонацией, потому что я не всегда понимаю, что он говорит. Как я сказал, я не знаю, английский это его родной язык или нет. Это-то понятно, что если я, например, спою на корейском языке, то у меня вообще получится как через одно место. Всегда нужна определенная практика, когда это касается языка. Хотя знаете, у кого есть такая же проблема? Ариана Гранде. У нее иногда получается такая белиберда. Я не говорю, что они специально так поют. Все дело в том, что слова смешиваются и смазываются в кучу. И поэтому тяжело что-то разобрать. То же самое у Тони Брэкстон. Если уж свои так портачат, то что тут скажешь? В целом, мне понравилось это выступление. Я бы, конечно, хотел, чтобы мое последнее видео на Opera 2 восстановили. Это было тоже топовое выступление. Я так рад, что судьба подкинула мне это видео. Ну и, конечно, всем вам огромное спасибо за то, что со мной. Если у вас есть еще запросы, то напишите мне. Всем спасибо за внимание. У Исаи есть еще много реакций на Димаша. Я сам их еще не смотрел. Но мне кажется, будет интересно понаблюдать за метаморфозами, которые будут происходить с каждой новой песней. Всех люблю, всех обнял. Пока! До диез 5 это как тест для тенора. До диез 5 это как тест для... Тест. До диез 5 это... До диез 5 это как тест для тен... Для тест для тенора. До диез 5 это как для...